Библейский портал экзегет.ру представляет. Псалом 136. Наша лекция записывается редакцией портала экзегет.ру в Московском Сретенском монастыре. В плаче на реках Вавилонских драматически описывается тоска народа Божия по родной земле. Неясно, был ли написан 136-й псалом в изгнании или уже после возвращения в Иудею, после указа персидского царя Кира в 538 году до Рождества Христова. Сильная ностальгия по родине, ярко выраженная в данном плаче, побуждает думать, что автор был в числе первых вавилонских пленников, вернувшихся в опустошенный Иерусалим. Псалом начинается с описания печали пленников, которых заставляли петь веселые национальные песни. Псалмопевец говорит, что готов навлечь на себя проклятие, если его любовь к Иерусалиму когда-либо уменьшится. Псалом оканчивается обличением сынов Едомовых и дочери Вавилона. Неприглядное выражение «блажен, который возьмет и разобьет младенцев твоих о камень» по некоторым комментариям на псалтырь указывает на грубые, негуманные черты израильской религии. Да, действительно, боль бывшего пленника, на сердце которого остались шрамы, передана словами нелюбезными. Любимый город до основания был разрушен руками вавилонян. Какими силами будет восстановлен храм, еще непонятно. Как бы мы ни относились к словам псалма, псалмопевец, по всей видимости, не желает смерти всем невинным детям Вавилона, но просит Господа припомнить вполне конкретным разорителям, что они сделали с Сионом. Рассмотрим детальнее содержание псалма. Первые три стиха. Реками Вавилона считались не только Тигр и Евфрат, но и притоки, а также обширные ирригационные каналы, тянувшиеся от рек вглубь территории страны. Так пророк Иезекииль получил откровение от Бога при реке Ховар, а Даниилу было видение у реки Улая. Использование множественного числа при реках указывает на различные районы вдоль рек, где проживали и трудились еврейские семьи. «Мы сидели и плакали» — это выражение говорит о диалоге пленников между собой. Они жалуются друг другу на схожую судьбу. Несмотря на разные регионы проживания, вспомнили, не значит, что на какое-то время мы забыли разрушенный Сион, который в данном случае ассоциируется с Иерусалимом или храмом. Образ речной вербы переносит нас из уютного дома на берега реки, поросшей ивами. Незащищенное ни стенами, ни крышей открытое пространство. Здесь нет никакого намека на молитвенные дома, которые бы располагались вдоль рек. Некоторые исследователи полагают, что еврейское слово, переведенное на русский язык как «верба», указывает на евфратский тополь, вид лиственных растений из семейства ивовых. Такие деревья и сейчас произрастают по берегам рек Азии от Израиля до Китая. Арфа, повешенная на дерево, указывает на то, что дети Сиона отложили в сторону веселье и не планируют в ближайшее время брать в руки музыкальные инструменты. Молчание арф указывало на национальное горе. Песни, которые хотели послушать вавилоняне, скорее всего, считались у израильтян священными. Они исполнялись в храме за богослужением. Расшифровать значение термина «притеснители» невероятно сложно, ибо это слово всего один раз встречается в Библии.
Скорее всего, оно указывает не на административный статус, а на отношение пленников к своим угнетателям. Вероятно, оно выражало что-то похожее на похитители или мучители. Итак, пленившие нас требовали, чтобы мы им пели веселые песни, иными словами, развлекали пением, поднимали настроение. И таким образом печаль пленников усугублялась тем, что разрушившие святой Сион поработители требовали от евреев исполнения священных храмовых песен просто чтобы позабавиться. Скорбь усугублялась также тем, что Сион считался непоколебимым, ибо сам Господь избрал его себе в жилище, утвердил навеки. В былые годы на Сионе праздновались победы над обратившимися в бегство врагами, а теперь сами евреи безутешно бродят вдоль оросительных каналов Вавилона, оглядываясь назад, а не стоят ли за спиной их палачи. Если древние поколения могли слагать песни о победах силой Господней для увековечивания событий в памяти предков, то во времена плена у евреев не было ничего хорошего, о чем могли бы вспоминать их дети. Поэтому риторический вопрос 4 стиха «Как нам петь песнь Господню?» относится не к вавилонским поработителям, а к самому Сиону. Автор псалма размышляет сам с собой, мысленно беседуя с Иерусалимом. Песнь Господня – это песня Сиона, культовая песня храма. Чужая земля – это не просто далекая от священного города страна. Это нечистая языческая земля, которая давала нечистый хлеб. Умереть в нечистой земле считалось для евреев карой Божией. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, правая рука». В этой фразе может указывать на мастерство человека в каком-либо деле, например, в игре на арфе. Пятый и шестой стихи представляют собой клятву, которая строится по принципу «Если я сделаю то-то и то-то, то пусть мне за это будет то-то и то-то». Псалмопевец готов к наказанию свыше, если не выполнит предъявленных самому себе условий. «Если я не поставлю Иерусалим, его счастье и процветание во главе своей радости, то пусть Господь отнимет у меня саму способность играть на музыкальных инструментах или петь». То есть буквально «пусть язык мой прилипнет к моему небу». День Иерусалима по 7 стиху – это день, когда Святой Град был до основания разрушен, лишен оборонительных стен и башен, буквально раздет. Судя по лексике исходного текста, дочь Сиона сравнивается с женщиной, раздетой до основания, срамота которой выставлена на показ. Псалмопевец молится, чтобы Господь припомнил злодейство, иными словами, наказал идумеев за помощь, которую они оказали вавилонским солдатам в захвате и разграблении Иерусалима в 587 году до Рождества Христова. Идумеи были потомками Исава и, следовательно, по большому счету, кровными братьями евреев. Они жили к югу от Иудеи в пустыне Негев и на северном Синае. В книге пророка Авдия описывается, как идумеи гуляли по Иерусалиму в день его гибели и злорадствовали об участи сынов Иуды, грабили имущество, выдавали уцелевших и убивали беглецов. В русском переводе псалма дочь Сиона по 8 стиху названа опустошительницей. Греческий текст называет ее несчастной, от чего в славянскую форму пришло слово «окаянная». В наиболее авторитетных древнееврейских рукописях стоит пассивная форма причастия от глагола «опустошать» и «грабить». Если следовать им, значит, что дочь Вавилона обречена на разорение. Таким образом, в рукописях можно встретить два противоположных определения.
По одним Вавилон – опустошитель, а по другим рукопись акцент ставится несколько иначе. Вавилон сам обречен на опустошение. Ну, поскольку в псалме нет ни малейшего намека на то, что Вавилон был уничтожен при жизни псалмопевца, большинство переводчиков все-таки предпочитает называть дочь Вавилона опустошительницей, как, собственно, это и сделано в русском синодальном переводе. Пожелание возмездия «блажен, кто воздаст тебе» вполне соотносится с древнееврейским законом, по которому мера наказания должна соответствовать мере преступления. Самым неприглядным в ряду пожеланий врагам является проклятие, произнесенное в 9 стихе в форме благословения. «Блажен будет тот, кто заберет у вавилонян детей и убьет их». Эти убийственные слова в контексте войн древнего мира, к сожалению, были повседневной реальностью. Воины, победившие армии, нередко убивали не только юношей, но и грудных младенцев, и даже беременных женщин побежденных. Жестокая практика разбивания младенцев наблюдается при чтении как древнееврейской литературы, так и древнегреческой. При этом цель убивания младенцев, чтобы новое поколение не могло восстать из руин и не стало бороться за справедливость. Резюме. Жестокость по отношению к детям, описанная в последней строке псалма, на первый взгляд никак не вяжется с трогательным упоминанием о священных песнях и лирах, воздыханиях о Сионе, как источники радости. Однако с точки зрения Ветхого Завета глубокая вера в Бога могла сосуществовать рядом с горькими проклятиями против врагов народа, которые одновременно объявлялись врагами Божьими. Иерусалим и его храм были теми священными символами религии Израиля, которые отделяли данный народ от других. Поэтому псалмопевец так остро и гневно реагирует на тех, кто уничтожил не просто строение Сиона, но место, где живет Бог. Точка зрения автора 136-го псалма выражает позицию тех глубоко верующих лиц, чьи религиозные чувства были задеты до глубины души. Они не могут найти себе покоя в душе, у них живет обида, пока Господь не совершит возмездие. Но иную жизненную позицию нам предлагает пророк Иеремия, который был очевидцем разрушения Иерусалима в 597 году до новой эры. От имени Бога пророк призывает набраться терпения, подготовиться к долгому пребыванию на чужбине. Цитирую. «Стройте домы и живите в них, и разводите сады и ешьте плоды их, и заботьтесь о благосостоянии города, в который я вас переселил, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Пожелание пророка «молитесь за мир в Вавилоне» совсем не похоже на проклятие псалмопевца. «Блажен, который возьмет и разбиет младенцев твоих о камень». Видимо, то, что некоторые из евреев считали непоправимой катастрофой, наступлением времен безбожия, для других стало поводом для адаптации к новым условиям. Иеремия пишет о том, что в условиях отсутствия храма молитва к Богу по-прежнему остается действенной. «Помолитесь мне, я услышу вас», — пишет Иеремия. Однако условием получения ответа является уже не форма ритуала поклонению Богу, а духовное состояние молящихся. «Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Потомки Иакова сохранили живую связь с Господом на протяжении столетий благодаря тому, что пошли по пути, обозначенному Иеремией. Не случайно во многих греческих рукописях у данного гимна есть надписание, что псалом был дан через Иеремию.
Поэтому и сейчас, читая 136-й псалом, полезно заглядывать в 29-ю главу книги пророка Иеремии. Эти тексты смотрят на одну и ту же проблему с разных сторон, позволяя верующему выбрать наиболее благоразумное решение. Указывая на то, что и от второго храма не останется и камня на камне, Иисус Христос говорил, что для подлинного общения с Богом имеет значение не гора, на которой ему кланяются, а духовное состояние молящихся. Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Благодарю за внимание.